можем выйти из столовой. Все вижу. Как ты крикушкаешь. Ты крикушкаешь сильно. Не надо так крикушкать. Ну что, мы уезжаем из Альбатроса, немножко печально, потому что отдых был хорошим, комфортным. Наши старшие детки поехали с бабушкой и дедушкой в Моздок на 15 дней, а мы едем в Анапу с вот этим вот маленьким певцом. Говорят, здесь будут проходить Форт Боярд. Говорят, меня сказочник везет. Андерсон. Тигран Христиан Андерсон. Угу. Хотела море снять, один забор снялся. Сделали остановочку, а тут так красиво и так поют эти жуки. Как, какие это жуки? Как называется жук, который так кричит? О, алыча. Ням-ням-ням-ням-ням. Тигран, смотри, алыча. Так, ну что, мы приехали в Анапу, вот такой отельчик сюда. Вилла Мила называется это. Сейчас рум-тур буду показывать. Ой, бронировали номер онлайн, не были еще в самом отеле, поэтому показываю. По Тургенева же, да, Тигран? Да. Так, и как обещала, рум-тур. Все новенькое, это новенький отель. Панорамный номер. Свой холодильник. Здесь трехразовое питание. О, здорово, будем сплетни собирать, кто с кем плавает. Вот. Так, заселяемся. Это отдых в Анапе. Так, где тут свет?
Все уютно, аккуратно, красиво. Сейчас будем ужинать. Мама. Кто узнал свою родную Анапу, ставьте плюсики. Вот она, Анапа. Иди, я с тобой. Дядя и тетя, да. Почетные граждане, их тоже здесь оставим. Смотрите, как красиво Багратион. Ребят, хочу порекомендовать вам отличного, надежного, ипотечного брокера Оксану. Оксана берется за любые сложные ситуации и может помочь вам в приобретении квартиры в ипотеку, даже если у вас проблемы с подтверждением официального дохода, или может быть нет первоначального взноса, или может быть какие-то обременения. Оксана берется за самые тяжелые ситуации, так как в области недвижимости она очень подкована, очень много довольных клиентов, ей можно доверить покупку квартиры в ипотеку, работает очень быстро, качественно и надежно. Поэтому я оставляю ссылочку, я сама пользовалась ее услугами, знаю, о чем говорю, я на нее недаром подписана, смотрю очень много нового, что она пишет. Подписывайтесь, обращайтесь. Давай, Багратули, пойдем. Как ты сказал? Мя! Да, там очень много этажей. Да, идем на обед. Багратули спешит. Мы чуть не проспали весь ужин. Да, куда идти кашку кушать? Покажи. Туда. Да, туда. Кашку кушать. Пойдем. Пойдем гулять по ночной Анапе. А у нас вот так вот красиво. Вилла Мила. Я вижу, как ты к нему относишься. Давай. Как ты к нему относишься? Это только твое дело. А ты как к нему относишься? Смотрите, Гран. История.
Раз. Широкоуголка делается. Иголка? Широкоиголка. Ого. Я замерзла. Да, мало людей. Она понелюдная. Сегодня весь день были тучи. Мы с кайфом выспались в номере. Багратуля, ты спал? Выспались в номере. Отдохнули. Никуда не бежали. Мы еще и погуляли с Багратиком. Да, там для вертолета. Катя, смотри. Помнишь, мы с кубанским хором здесь пели корпоративы, вот там на крыше ели бутерброды с красной рыбой? Анапа, Анапа. Да, это мы добрели. Пойдем на центр. Так, она поменяется с каждым годом, становится все лучше и лучше. Ночная Анапа, это очень красиво. Спасибо. Я просто в шоке, как меняется Анапа с каждым годом. Все настолько цивильно, поубирали эти всякие какие-то ларьки. Класс. Много людей, все довольны, веселы. Шляпа. Сфоткаться, сфоткаться можно. Он хочет на сцену. Точно плечи, как у тебя. Алые паруса.